Йоу, с возвращением на канал. Итак, вот тут у нас Брэндон Дилл от фирмы Exclusive Offset. Он приехал из самой Джорджии. Спасибо, Брэндон, что не поленился. И Райану Снайдеру на его хромированном... сраке. Я сказал сраке? На его хромированном траке, Дюрамаксе. Он едет из Нью-Джерси, вернее, из пригорода Нью-Джерси, ко мне на ферму. Он хочет посмотреть, как там дела с пленкой, которую он мне поклеил. Я был в Нью-Джерси, и это было круто, потому что я наконец-то смог встретиться со своими подписчиками. Со всеми, кому заходит мой контент. Так вот, Брэндон приехал из самой Джорджии и привез мне новые катки. Кастомные, кстати. Это вот 24 на 16. Они так блестят, просто невероятно. Никогда не видел ничего чище. Правда, сейчас они немного грязные, потому что я натер их всего только раз 50. Так вот, Брэндон приехал из Джорджии, это была 10-часовая поездка. По пути он наехал на кочку, и его дифференциал развалился. Напомню, что его пикапу всего 8 месяцев. И вот теперь Брэндон завис с нами. Конечно, он найдет способ вернуться, но сам факт того, что он не может вернуться, так как представительство Доджи валяет дурака, и эти идиоты не хотят чинить ему трак по гарантии. Они заявляют, что всему виной его 35-дюймовые катки, что из-за них его подвески пришел звезд. Пиздец. Так что если у вас стоят 30 или даже, не дай бог, 33-дюймовые диски, вам лучше быть осторожны. Да и вообще, вам лучше быть осторожнее на любых колесах. Нет, но это надо такое придумать. Да, они просто рекомендовали снять эти колеса, прийти. Они сказали Брэндону загнать его Dodge в гараж и никогда на нем не ездить. В избежание проблем. И вот сейчас Брэндон, наверное, стоит и думает, а нахрена я вообще купил этот Dodge? Ну а мы едем обратно на ферму и посмотрим, что скажет Райан, когда он увидит трак и пленку. У меня сейчас из ушей пойдет кровь. Это просто потрясно. Короче, я сейчас запаркую этот пикап в кустах какой-нибудь ежевики, чтобы Райан просто охренел, когда его увидел, чтобы он слетел с катушек просто. И здесь сойдет. О, да, Райну это понравится. Райан точно будет в шоке. Это просто шедеврально. Давайте-ка еще накинем, а то маловато что-то. Отличная идея. Мы делаем соло. Черт, это так весело. Брэндон, дай-ка мне эту траву, я сверху накидаю. Посторонись. Переборщили чуток. Вот дерьмо. Что это там у тебя? Жидкость для трансмиссии. Сейчас охладим. Ну ты даешь. Кто-нибудь позвоните уже в дурку. О, Райан будет в полном шоке. Ура! Я нашел стулья. Осталось только ждать. Брэндон, ты зачем туда забрался? Я не забирался. Оно само. Алло. Привет, Райан, мы записываем. Ну нифига. Ну что, где ты там? Да мне еще минут 30 осталось. Слушай, ну мы готовы тут, ждем тебя. Ты как, заедешь во двор? После лошадей поверни налево, а после коров направо. И ты сразу нас увидишь, мы здесь сидим и ждем тебя. Так, после лошадей направо, после коров налево. Понял, принял. Давай быстрее, я соскучился. Ну все, скоро буду. Давай. Райан, братан, ты даже не представляешь, что тебя тут ждет. Я думаю, он развернется и поедет обратно. Приветики. Мы доехали. Здорово, чувак. Привет. А ты кто? Мы еле вас нашли. Ты дружбан Райана? Ну да. Окей. А что это вы тут делаете? Погоди-ка, это что еще такое? Как это развидеть? Да, Райан в шоке сейчас. А что не так, ребят? А что случилось? Райан, как ты там? Зацени вид спереди. Это что, след от пули?
Логан, иди-ка сюда. Вот это место, где пуля 12-го калибра отрикошетила и попала в стекло. Видишь, Райан? Ты вообще сам стрелял когда-нибудь? Я не... Конечно, стрелял, но не в капот своего пикапа, это уж точно. В общем, с тех пор, как я тебя видел, я только однажды чистил заднее сиденье, и весь мусор я всегда бросаю вот сюда, назад. Вот, к примеру, я в прошлом году готовил на природе, и так и не помыл. Ну ладно, что ж теперь? Я не понимаю, при такой езде как ты еще движок не угробил? Все впереди, просто подожди. Вроде все готово. Можно мне с вами? Наверное, нет, дорогая. Но я хочу. Я буду дрифтовать на скорости 120 км в час. Тебе вряд ли это понравится. Я не хочу быть виновным в твоей скорой кончине. А как же остальные ребята? А на них похрен. Том и Брэндон расположились сзади, надеюсь, им удобно. Мужики, вы там пристегнулись? Этот трак на 3000 оборотах даже не едет, так что... Да не волнуйся ты так за них, это почти безопасно. Они все еще сидят на стульях. Сейчас мы это исправим. Кстати, что они там кричат? Держись крепче, Райан. Как они там? Они кричат от наслаждения. Тебе не кажется, что здесь чем-то запахло? Это наша тачка. Вернее, это машина моей жены. Она заглохла на подъезде к дому. Тебе не кажется, что они чуть-чуть притихли? О, у тебя даже елки тут растут. Давай спросим, как они себя чувствуют. Вам там весело? Они пытаются закрыть багажник, потому что боятся выпасть. Хлопните посильнее, и все. Райан, не переживай, с ними ничего не случится. Ты уверен, они не упадут? Да не должны. А вы почему еще не пристегнулись-то? В каком смысле не пристегнулись? Короче, нахрен эти стулья. У меня почему-то трясутся колени. Это жестко, Дизель. Чертов Дюрамакс, чувак, он может все. Да, чел, я с тобой полностью. Все три одновременно. Готов? Это около 180 фунтов буста, так что выгни стекла. Выгибай давай. Я не могу. Да не придуривайся, просто выгни их наружу, наружу. Да не так, ёпт. Просто надави на него. Туда, к капоту. Вперед. Молодец. Это для аэродинамики? Я понял. Ты только скажи, когда. Сейчас. Ну вот мы и дома. Уже можно разжать булки? О май гад! Ну как вы там? Они думали, что мы закончили. Я и сам чуть не обделался. Все, я сдаюсь. Дальше я пешком. Пешком до Джорджи. А уже можно не держаться? Да, отпускай. Нет, ну серьезно. Черт, я попортил свой газон. Представляете, они думали, что уже все, а тут такое. Ты как, чувак? Не, я все, я сдаюсь. Видите, когда Райан приехал, он был весь такой серьезный, а теперь смеется без остановки. Потому что нельзя быть серьезным на моем канале. Это против правил. Понимаете? Что ты задумал, Коди? Мне нужен щуп подлиннее. А может, у тебя просто масло закончилось? Ты думаешь? Я надеюсь, у меня просто короткий щуп. Посмотри внимательно. Чего? Как ты ездишь без масла? Погодите, как это нет масла? О май гад. Да, его практически нет. А когда ты его менял последний раз? А его нужно менять? Вот мое масло. Это же ацетон. Добрый Брэндон подарил мне эту футболку. Она мне очень нравится. Эксклюзивный офсет. Покупайте колеса и диски по сниженным ценам. Почти по оптовым. Так, ладно. По каким еще оптовым? Мои колеса.
Эй, Брэндон, тебя не засыпало? 3, 2, 1, поехали! Меня подставили. Я на городской, принцессе. Райан, я поеду по ровной чистой дороге. Ура! Наконец-то! Эта штука снова отвалилась, пока я ехал. Я наехал на кочку, и все. Долбаная хрень. В общем, я ничего не мог поделать. Мы можем просто помыть это все. У меня есть керхер, а можем просто прикрыть. Да, давай просто замаскируем это травой. Вот так. Больше травы, больше. Хорошо, давай накладывай. А что это с твоими болтами? У тебя их штук 8. Да, но я, знаешь ли, могу вернуть лишний в магазин. У меня есть чек. Давай, легко. А то я не люблю, когда так много. Хорошо, в следующий раз я приеду только с двумя гайками. Брэндон, принеси-ка ключ. Давай, вставь ему за ухо. Ну, просто секси-бой. О, черт, моя спина. Эксклюзивный офсет испачкался. Пожалуйста, покупайте диски и колеса по сниженным ценам. Мальчики, присоединяйтесь. Ну ты и даешь, чувак. А вот мои любимые катки. Да, брат, они просто огромные. Посмотрим на треногу, висли на дизеле. Короче, берем домкрат и вот эту штуку. Это правда, чуваки, все так и было. С этим никакой ветер не страшен. Итак, я беру и выставляю это по уровню. И ищу палку. Обычно не такую большую, как эта. В общем, я беру ее, ставлю домкрат, кладу телефон вовнутрь. Вот сюда. Логан, доставай телефон, покажем. Че, прям вот сюда, что ли? Да, телефон идет вот сюда. Вот так вот. Вот так вот он смотрит вниз. Еще могу поставить так, видите? И он смотрит наверх. Тут все просто. Тут две настройки. Ну ты камеру закрываешь. Да? Ну и что? Так, ладно, едем дальше. Но потом я начинаю закручивать, чтобы он крепче держался. Кстати, здесь есть еще одна настройка. Подкладываешь палочку, и все. Вот именно так. Я записывал весь прошлый год, ребят. Он не врет. Так и было. Эта штука гораздо лучше, чем это, как ее там? Тренога за 20 баксов. Да-да, именно. Все вы, люди с крутыми треногами, они вам не нужны. Я сначала хотел купить это все, но мне нужно было срочно записать видос, так что я просто вышел во двор и нашел это. Кстати, я взял это из тачки моей жены. И однажды ей нужно было одеть запаску, и она такая: где мой чертов домкрат, дорогой? Ты не видел? Но я просто записываю видео. Тебе он, конечно, нужнее. Ну, ясное дело. В общем, это мое оборудование. Посмотри, напора не хватает, чтобы отмыть этот кусок грязи. Мы могли бы проехать по дну озера, и эта грязь бы не отмылась. Короче, мы едем в одну мастерскую. Я там постоянно что-то ремонтирую. Хозяин подписан на мой русскоязычный канал. Вислен Дизель Раша, русская озвучка. Так как он сам русский. В общем, у него на самом деле топовый сервис. Поэтому мы едем к нему, чтобы Райан укротил свой выхлоп.
Ну что, дорогие подписчики, теперь вы довольны? Ведь его выхлоп был таким длинным. Вот так вот. Супер. Ну что же, осталось последнее. Нужно что-то туда засунуть. У тебя есть идеи? А, нет, я придумал. Шланг с водой. В прошлый раз я нормально так поджигал пуканы этим шлангом. Так, погнали. Но наши турбо точно накроются. Много комментаторов писали, что они надеются, что мой мотор загнется или случится гидроудар. Но я надеюсь, что он случится. Хотя основная наша цель — просто поджечь вам пуканы. Особенно если для вас эти тачки настолько важны, и вам важнее судьба трака, чем жизнь человека. Так что смотрите внимательно, как мы берем и заливаем воду внутрь выхлопа. Передаю эстафету.